Ивановские парламентарии проголосовали за изменения в бюджете области. Перед регионом стоит задача сократить существующий государственный долг, чтобы получить новый бюджетный кредит. Таковы требования Министерства финансов страны. Регион досрочно погашает часть задолженности перед Федерацией в размере 30 миллионов рублей, чтобы условия выплаты оставшейся суммы, а это свыше 700 миллионов рублей, были изменены на более выгодные. Кроме того, в этом году перед руководством области стоит задача получить очередной бюджетный кредит, но уже на гораздо большую сумму. Частичное погашение дает нам возможность маневра, и у нас не будет обязанности такие серьезные средства в конце года изымать и возвращать в Федерацию. И, соответственно, 5 миллиардов мы ожидаем получить на замещение где-то в ближайший месяц-полтора от Федерации, так как, в общем-то, вроде бы все требования на сегодня мы как раз выполняем.